Почему после занятий танцами ты ничего не помнишь? И как сделать, чтобы было наоборот? Я Кристина Мазур, и я здесь про танцы, мышление и женственность. Подписывайся прямо сейчас, чтобы получать регулярно порцию ценной информации. Почему так происходит, что вот только что ты все танцевала идеально вместе с преподавателем, но как только она перестает танцевать, ты не помнишь ничего, и перед глазами просто белый лист. Да потому что в это время, пока ты танцевала, твой мозг совсем не работал, он совершал ноль действий, а все это время работали твои глаза. Какое действие должен совершать мозг, чтобы запомнить движение? Вспоминать эти движения. Возьми за правило изучать, повторять движения 2-3 раза за преподавателем. Потом отворачивайся на себя в зеркало и пытайся воспроизвести то, что ты только что делала сейчас. И не поддавайся на уловки мозга «я ничего не помню». Лучше вспомнить один счет, чем подсмотреть всю восьмерку. Хорошая новость в том, что это навык, и он тренируется. Удачи!